Колядки под стук колес. В Одессе прошел традиционный рождественский парад трамваев. О том, как город может внезапно погрузиться в атмосферу волшебства, расскажет Андрей Анастасов. В назначенное время из трамвайного депо в разные концы города отправляются 5 необычных вагонов. Снаружи праздничная иллюминация, внутри ряженые. Разносят по окраинам благую весть о Рождестве Христовом. В данном случае хорошее настроение, оно рождает новые идеи, оно рождает новые эмоции, открывает сердце человеческое к другому человеку. Поэтому церковь всегда только выступает за поддержку вот таких целей в человеческой жизни, дарить себя другому. Вместо вагоновожатого – Дед Мороз, вместо кондукторов – музыкальные коллективы одесских храмов. Есть и простые прихожане, которые поют и даже отплясывают на ходу. После 40-дневного поста люди разговляются, ликуют, восхваляют рождение Христа, и отсюда и такое настроение. Курсируя по Одессе, праздничные трамваи делают остановки. Пока колядники поздравляют прохожих и раздают детям сладости, вагоны заполняются пассажирами. Одни специально пришли на акцию, другие оказались здесь случайно. И вот уже все вместе поют не только колядки, но и популярные песни. Сказочный трамвайчик. Вот внучка моя захотела покататься на этом трамвайчике. Я говорю, поедем, загадаю желание на Рождество, сбудется. Далее все 5 вагонов собираются в праздничную колонну и направляются на Старостяную площадь. Здесь, возле елки, установлен рождественский вертеп. Ряженые поют колядку, а после отдельные коллективы исполняют щедривки в оригинальной аранжировке. На площади собралось немало людей, особенно довольна детвора. А песни о чем были? О Иисусе Христе, потому что у него день рождения сегодня. Организаторы довольны тем, что такому одесскому примеру последовали жители и других городов. Рождественские троллейбусы и трамваи появились на улицах Киева, Харькова и Мариуполя. Теперь надеются, что эта традиция распространится и дальше по стране. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесса.